Приветствую вас. С большей долей вероятности я могу сказать совершенно точно, что если бы вы могли себя принять и полюбить, то одно и то же, то вы бы это уже давно сделали, потому что это то, что либо у человека есть, либо это то, что у человека нет. Соответственно, если вы не можете этого сделать, значит, у вас своих ресурсов для принятия, для принятия себя нет. И, соответственно, вы не можете сами себя полюбить. Это означает, в таком случае это означает, что вам нужна помощь. Помощь для того, чтобы себя принять. И я полагаю, что вместе с другим человеком, чтобы другой человек помог вам себя принять, вам было бы гораздо проще и легче это сделать, потому что одной будет очень тяжело, вам одной будет очень тяжело, очень трудно принять. Вот такая вы есть, потому что если бы это было легко, вы бы это уже сделали давным-давно, вы бы это сделали сами и соответственно. Я не думаю, что у вас были бы с этим какие-то, серьезные проблемы. Вот. А так, соответственно, получается, что вы не можете этого сделать. Вот. Так что лучше, что вы можете, это выбрать специалиста, который помог вам себя принять. Это наилучший вариант. Ну, а так, исходя из того, что вы пишете, можно вам лишь только сказать следующее, что у вас нет выбора. Кроме как себя полюбить, тот факт, условно говоря, что вы себя не любите, да, тот факт, он свидетельствует о том, что вы боретесь против самой себя, вот. А эта борьба, она абсолютно бесперспективна. Вот, потому что вы это вы, и переделать себя, именно в таком контексте, вы не сможете именно переделать. Поэтому чем меньше вы будете бороться, тем быстрее вы примите себя, осознаете себя лучше, всем вам будет комфортнее и качественнее жить. Вот. И, соответственно, вы увидите, насколько прекрасна жизнь
когда так вот себя не оценивать. Вот, в целом я рекомендовал бы, да, отойти от оценок, в целом я рекомендовал бы вам отойти от оценивания самой себя, потому что это абсолютно бесперспективная история, вы не способны и не можете кого-либо оценивать. Опять же, чем быстрее вы этот момент примете, вот, тем легче будет вам. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь и ответить. Желаю вам всего самого доброго и удачи!